почему я приехал в Ивни? Если честно, я очень переживаю и боюсь за большую ошибку в Гродненской области, когда все губернаторы топтались там, на западе. Гродно, вот эти основные мосты, Берестовица, Шучин там рядом, отчасти Волковыск, да. Вот они все там, а где-то далеко этот островец, ну, благо станцию атомную начали строить, то тому краю даем развитие хорошее. А Ивьевский район, ну да, Кареличи еще тут вот как-то в связи с почвами хорошими, да, и так далее. Ивье тоже почвы неплохие. Но как-то меньше внимания всегда уделяли этому району. Этим самым я хочу показать, начиная с Ивье, что окраины губернии, любой губернии, это тоже районы, которые должны развиваться как следует. Вот мы юго-восток Могилевской области взяли, ветку, что касается юга, пострадавшего в Гомельской области, так мы там уже все дороги протоптали. А вот такие вот районы, как Ивья или, допустим, Глуск Могилевской области, я тоже туда хочу поехать. Сейчас я пройдусь по этим районам, которые невалообразующие, которые где-то там, ну ладно, никто внимания не обращает и так далее. Но там-то наши люди живут. Вот поэтому особенность вот этой поездки, я просто хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области.